На набережную Олимпийского парка вышла целая колония насекомых. Сверчки, тараканы, божьи коровки и мухи. Это персонажи нового шоу «Цирка дю Солей» Ова, которое рассказывает об удивительном мире насекомых. Сделать селфи или просто сфотографироваться с артистами самого известного в мире цирка – большая удача, считают организаторы этого необычного променада. Такие уличные прогулки мы совершаем нечасто из-за очень плотного графика выступлений, поэтому увидеть такое можно редко. Солнце светит очень ярко, на улице достаточно жарко, и артистам в костюме и гриме тоже очень жарко. Но мы получаем огромное удовольствие от общения с нашей публикой. Цирк уже выступил в 5 городах нашей страны. Сочи стал последней точкой в гастрольном графике цирка «Дю Солей» в России. С Черноморского побережья артисты отправятся в Великобританию, Португалию, Бразилию и Францию.